Дорогие земляки, наше главное богатство – это дети. Они наполняют нашу жизнь смыслом, дарят радость и надежду на светлое будущее. Ради них мы каждый день совершаем маленькие подвиги. Ради них наполняем жизнь трудом и созиданием. Ведь именно им оставим мы нашу землю такой, какой хотим ее видеть. Уходит в историю 2016 год. И мне хочется сказать всем вам спасибо за тот огромный труд, который все мы совершили, чтобы сделать наш край успешным и процветающим, комфортным и красивым. Новые инвестиции, новые стратегии и ошеломительные планы, новые стройки и заводы, дороги и фермы, спортивные и культурные дворцы. Все это для того, чтобы наши дети гордились своей родиной, хотели здесь жить, подарили нам внуков и сами стали хозяевами своей земли, Ульяновской области. Все, что мы делаем сегодня, мы делаем для них. Но все наши дерзания будут напрасны, если в погоне за свершениями мы не успеем самого главного – подарить нашим родным и близким свое тепло и любовь. Тем, кто всегда ждет нас дома с работы. Кто любит и принимает нас такими, какие мы есть. Кто верит в нас и поддерживает в трудные минуты. Кто искренне радуется нашим победам и никогда не предаст. Семья – это самое главное, что у нас есть у каждого из нас. Как сказал классик, счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Давайте прямо сейчас скажем своим близким самые главные слова. Обнимем наших детей и пожелаем нашей родной Ульяновской области счастья и процветания, новых успехов и побед ради нашего будущего, которое растет рядом с нами уже сегодня. С новым 2017 годом, дорогие друзья! Тепла, любви, счастья вам в новом году!